Сорока 4-летняя Шарлиз Терон посетила светское мероприятие, предшествующее церемонии «Оскар». Во время торжественного вечера звезда удостоилась особого приза. В Беверли-Хиллз прошла 22-я церемония гильдии костюмеров США, Costume Designers Guild Awards. Торжество состоялось в гостинице Беверли-Хиллз Хилтон. Среди гостей мероприятия были знаменитые деятели Голливуда, но главной звездой вечера стала Шарлиз. Терон примерила эффектное золотое платье Макси с вырезом на груди, украшенное пайетками. Наряд был представлен в последней коллекции легендарного дома Луис Вуитон. За выбор платья отвечала многолетняя стилистка актрисы, Лесли Фримар. Главными акцентами платья стали черные манжеты и аккуратный пояс на талии. Шарлиз была похожа на бронзовую статуэтку богини. Звезда собрала волосы назад, украсив голову блестящим обручем в тон платью. Она сделала умеренный макияж в теплых тонах. Свой вечерний образ артистка дополнила золотыми украшениями, серьгами и кольцами. Во время церемонии актрисе вручили специальный приз в номинации Spotlight Awards. Традиционно его удостаиваются звезды, которые в течение года часто оказывались в центре общественного внимания. Перед посещением торжественного мероприятия Шарлиз насладилась отдыхом дома. Актриса сделала нежное фото с любимым питомцем, собакой по имени Джонни Юта. Звезда дала понять, что подобным образом начинается каждое ее утро. Шарлиз целенаправленно худеет к предстоящей церемонии «Оскар». Звезда была замечена после изнурительной тренировки в тренажерном зале. Вчера актриса посетила торжественный ланч, организованный для всех оскаровских номинантов этого года.